идея создания Совета по межнациональным, межконфессиональным отношениям актуальна и своевременно, что данная тема сегодня волнует большинство пермяков. Наш совет, как площадка для равного диалога власти, представителей национальных, конфессиональных объединений, экспертов. Игорь Сапко подчеркнул, соблюдение баланса в отношениях между различными диаспорами не может быть только прерогативой власти. Для этого нужно объединить и общественные силы. В течение многих лет аппарат Думы выстраивал тесные контакты с представителями конфессии и национально-культурных организаций. Сейчас эта работа продолжается в рамках Совета. Его рабочие группы будут сформированы до 17 апреля. Они займутся в том числе и профилактикой конфликтов, социальной и культурной адаптацией мигрантов. Я считаю, там должны быть ряд вопросов сохранения национального языка, культуры, традиции народа, значит, и при том работа совместно всех наций.